Владислав Мальцев, главный тренер команды КФУ. Сегодня была очень сложная игра. С чем это связано? Выполнены ли задачи, которые были поставлены перед данной игрой? Расскажите краткий комментарий. Ну, конечно, после первой игры у ребят, скажем так, некоторая усталость чувствовалась. Но, тем не менее, все равно, скажем так, мы контролировали первую половину матча. Имели возможность, забили мяч, имели возможность увеличить счет, но нас подвели, скажем так, те моменты, которые мы не реализовали, надо было реализовать, нас подвело мастерство футболистов, скажем так. Но ничего, пропустили мяч, ни с пенальти, с которого, я считаю, не было, но тем не менее, все равно мы продолжили атаковать, пропустили контратаку, получили мяч в свои ворота, собрались, переломили ход встречи, атаковали, забили второй мяч, ребята молодцы. Были возможности и забить третий мяч, выиграть эту игру, но не получилось. Задачу на игру мы не выполнили, ничья, скажем так, нас не устраивает. Но ничего, будем готовиться к завтрашнему матчу, постараемся взять три очка. Спасибо большое.